Майор Андерсон пошел этим путем. Возможно, так мы сможем сократить дорогу. Рекомендую выбрать этот путь. Включен режим пилотирования. Смотрим под ноги. Что мы тут делаем, Бити? Нам надо пройти через этот комплекс и встретиться с майором Андерсоном. Это наш единственный шанс выжить. Что это за место? Открываю досье. Неизвестно. Эш, это близко. Как слышишь? Прием. Это Эш. Слушаю. Кенни отвечает. Похоже, пилот из ополчения рвется в герои. Видимо, идет к вам. Убейте его. Понятно. Конец связи. Кто такой Блиск? Наемник часто работает на АМС, военный преступник. Блиск виновен в смерти моего предыдущего пилота, капитана Ластимоза. Помечена панель управления. Это идея. Спасибо, пилот. Заметен пилот, в бою! Отряд погиб, я один! Я не могу!
грузовой лифт включен. Пилот, мне нужна помощь. Тревога, тревога. Посторонний титан на погрузочной площадке 13. Передаю титан воспринимательный пункт. Эш вызывает Капу-3. Место проникновения – погрузочная площадка 13. Принято, Капа-3 скоро прибудет. Пилот, я не могу высвободиться. Меня тащит в подстанцию объекта. Бити, как до тебя добраться? Идите вдоль труб на нижние уровни. Внимание, теряю контакт. Уничтожь. Что с пилотом? Им занимаются. Это здание само по себе оружие. Если понадобится, я пущу его в ход. Хватит в игрушки играть. Тебе не за это платят. Уничтожь его, если потребуется. Ясно? Конец связи. Пилот, они везут меня по сборочной линии. Там есть общий выход. Рекомендую вам идти по платформам. Этот комплекс полон опасностей. На сборочном конвейере вас может раздавить.
участок с готовыми сборными конструкциями. Вам до меня недалеко. Идите. Черт, Бити, что же они тут строят? Неизвестно. Но сомневаюсь, что АМС производит жилые дома. Обычно АМС их разрушает. Это пилот!
Вроде да. Ну и мясорубка. Ты в порядке? Конструкция не повреждена. Не думаю, что это мясокомбинат. С моим везением тут скоро все вывернется наизнанку. Или вверх дном, учитывая обстоятельства. Загружается сценарий 127 в куполе динамического моделирования 304. А теперь давай посмотрим, на что же способен. Доставка испытуемых ополченцев. Батя, на изготовку! Мы прошлый доели пережили. Заткнись и хватай пушку! Смотрите, пилот! Нам наконец повезло! Рано радуешься! Постарайся не мазать! Загрузка сценария 127 завершена. Начнем же. Выпускаю спектров. Типа занят, Пяти. Если вы в бою используете маскировку, она временно сделает вас невидимым.
запуск испытательной программы Жнеца АМС. Или на сборочном конвейере. Задействую дополнительных жнецов. Убить пилота ополчения. Понятно. Так точно. Выдвигаемся к куполу 3-1-4. Конец связи. Капа-1 на позиции. Ожидаем приказ. Должна отметить твою настойчивость, но пора сразу начать. Капа-1, убейте пилота ополчения. Разрешаю. Открываю дверь. Отряд приготовится к штурму купола. 12-4. Похоже, придется мне действовать самой. Редкий просчет с моей стороны. Эш, скажи мне, что ты убила того пилота. Почти убила. Не отвлекайся на свои игры. Что, нельзя совмещать приятное с полезным? Нет, если мешает работе. Поняла. Конец связи. Спокойствие. Я за его голову такую цену назначил, что тебе на любые игрушки хватит. Сектор 4, Чарли. Подрыв зарядов с 21 по 29. Всему персоналу АМС. Говорит Эш. С сожалением сообщаю, что поскольку вам не удалось справиться с нарушителем, мне придется уничтожить весь комплекс. Пополнение отряда сдерживания ищет. Некоторым из вас покажется, что это крайняя мера. Так и есть. Рекомендую вам поскорее эвакуироваться. Знаю, что вы сделали, но взрывы ослабили руку манипулятора. Я свободен. Здание разваливается. Предлагаю покинуть его. Похоже. Совсем недалеко от меня, отмечаю местоположение.
очень опасно. Пилот, советую вам забраться в кабину. Режим пилотирования включен. Я обнаружил проход за этим куполом. Пометил на вашем дисплее. Вражеский титан! Открываю огонь! Цену за твою голову, пилот. Так что живой или мертвый, ты мне дорог. Зачнем. Ядро залпа готово. Всем бойцам огонь на поражение. Этого пилота нужно проучить. Блокировка отключена. Доступ на поверхность разрешен. Пилот, охранная блокировка отключена. Рекомендую покинуть объект через туннель. Пришел к выводу, что лучше избегать коротких путей.